дорогие друзья. Матвей Гонопольский начинает свой пока же вечерний эфир, который называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Всего самого разного, что я считаю, вам необходимо увидеть. Значит, поздороваюсь немножко с вами. Сейчас посмотрю сверху здесь. Пять про Венедиктова. Прованс приветствует. Марсель. Вот сегодня про Марсель. Будет кое-что про Марсель. Голков, Евгений, жду уже 59.30. Слава Украине из Монреаля. Слава. Значит, да, Свят Ханенко, привет, дорогой. Спасибо тебе, что ты мне помогаешь. И всем помогаешь. Он пишет: скоро начинаем. После начала активно начинаем жать под стримом. <coughs> ну, имеется в виду лайки. Ставьте, пожалуйста, лайки. Прошу вас, пожалуйста, поддерживайте мой канал. Вы видите, как можете не ждать окончания программы и давать донаты на развитие моего канала. <coughs> Привет из Душанбе. Во где? Слушайте, у вас там поздно, наверное. Свят Ханенко приветствует, Алена, Москва с вами, всем здравствуйте, Аршавский, значит, та-та-та-та-та-та-та, Тамара Грицнер, доброго вечера всем патриотам незламной Украины из Дрездена. Привет, привет, Берлин с вами, Лондон, Туапсе. Алена Апштейн пишет. Сигарет, кава и Матвеевич класс. Да, не успел я сделать, хотел кофеек попить вечер. Любер с вами, Киев, Петербург. В общем, в общем, в общем, в общем. Так, значит, пока народ собирается, я хотел вам что-то прочитать. Сегодня, когда у меня были военные эксперты, а их или один, или два, каждый раз. ва, Александр, спасибо вам большое за чашку кофе. Благодарю вас, благодарю, благодарю я это очень ценю, то мы говорили о том, что, ну, и, в общем, это понятно, те люди, которые наблюдают за войной российско-украинской, за российской агрессией преступной, они вполне понимают, что благодаря этой войне, вот как странно можно сказать, благодаря войне, что может быть благодаря войне? Ну, благодаря войнам, это такой общий закон, резкий скачок технологий. Конечно, в этой войне проявилось то, что для России, для Путина, вернее, солдаты – это мясо. Вы сегодня это увидите. Я надеюсь, что Роберт здесь, потому что у меня будет к нему просьба. Я покажу фрагмент. <связь> Этот фрагмент потом надо будет обязательно вырезать, потому что там мат. Значит, война становится все более и более технологичной. И, понимаете, тут очень смешно. Фрэнсис Фукуяма в свое время написал знаменитую книжку, которая была бестселлером, она и сейчас бестселлер, «Конец истории». Там, значит, очень интересно. То есть, поскольку технология идет вперед, и, и, так сказать, капитализм, правильный капитализм, он становится все, так сказать, более широко действуется, широко используется, то в конце концов, ну, так сказать, нет смысла в конфликтах, потому что вот какая-то модель, в которой всем хорошо, каждому по от каждого по способности, каждому прям так и по потребностям, ну и вот такая вот. Ну, потом эта книжка, не знаю, она лет 20 или 30 даже была бестселлером, потому что как бы Фукуяма он определил, ну что вот конец проклятой истории, я бы так это назвал. Да не тут-то было. Появилась... Нет, Лариса, Фукуяма верил в человечество, но оно его подвело. Человечество не может подвести масса вот, человечества, оно не может никого подвести. Просто оно идет правильным путем, и то, что в Европе и в Соединенных Штатах Америки правильные люди, ну, в Соединенных Штатах даже Трамп в какой-то степени, мы сегодня еще будем об этом говорить, осознали, что у власти с ядерной кнопкой кровавый маньяк, так сказать, говорит о том, что никто никого не подвел. Но а, воины продолжаются и, видимо, будут продолжаться. И тут э, теперь уже новая история пишет новую книжку, которая называется Не конец истории, а конец воинам. Я вам сейчас объясню. Я вам сейчас прочитаю некий материал э, и потом поясню, почему воины становятся бессмысленными. Пис, пишет Серж. Война дронов набирает обороты, что в целом признают и российские федеральные каналы. Сообщается, что на базе японских роботов в Европе уже построено 12 заводов, которые конвейерным способом производят комплектующие для разных дронов. Японцы сделали несколько модификаций FPV-дронов. Дрон, разгоняющийся с нагрузкой до 105 миль в час. Общий объем комплектующих к концу 24-го, середине 25 -го года может быть доведен до 5 миллионов FPV-дронов в год. При, этом комплектующие делают не только для малых дронов. Уже запущены цеха по 3D-печати малых турбин для реактивных дронов, дальних дронов с дистанцией 600 миллиболи. Samsung должен запустить к марту месяцу завод по производству чипов, на котором будут производить устойчивые крэб, то есть к радиоэлектронной борьбы чипы и тепловизорные камеры. Фактически мы сегодня находимся на переходе, когда в ближайшее время количественные показатели начнут переходить в качественные, в качественно иную картину боевых действий, причем не только на фронте, но и в оперативной и стратегической глубине. 600 миль это Москва и Подмосковье, которые могут столкнуться уже не с единичными ударами, а массированными налетами. Япония производит роботы. Вот теперь, слушайте, это просто сойти, можно с ума сойти. Япония производит роботы по оснащению систему искусственного интеллекта групп дронов, так называемые РАИ или РОИ. Речь идет о применении групповых налетов э, до 120-200 дронов в одной группе, способных самостоятельно определять и выбирать цели, что тоже может стать неприятным сюрпризом для тех, кто окажется целью подобных ударов. Значит, э, понимаете, это вот такая вот крайне серьезная штука. Значит... Э, Россия, естественно, будет воровать чипы или разработает свои. Они очень хорошо, очень быстро меняются. Талантливые люди, вы знаете, там блоху подковали в свое время. Качество дронов, их количество будет все время расти, все время расти, дроны будут лучше. Например... В России вполне в это Яндекс-колонки, там уже монтируют, избер, делает все на искусственном интеллекте и так далее. Поэтому э, в очень скором времени, поверьте мне, в очень скором времени э, окажется патовая ситуация, когда это просто будет война дронов. Ну, то есть, конечно, там где-то будут дел бегать люди, но очень как бы трудно мне трудно понять мне трудно осознать как вот это вот это вот война будущего как она будет происходить это очень странная история но самое главное что это будет на наших глазах и там сложно будет понять кто кого сможет победить потому... но хочу сказать что Россия окажется, безусловно, в уязвимом положении. Я объясню, почему. Дело в том, что Россия под санкциями. Кроме того, Россия использует интеллектуальный, так сказать, кого еще не убили на войне и не, там, не посадили в тюрьму за шпионаж. Она использует, как, так сказать, ну, интеллектуальную мощь каких стран? Своей страны, Ирана, там неплохие инженеры, Северной Кореи, там тоже неплохие инженеры. Вот они межконтинентальные ракеты запускают и так далее. Другое дело, качество плохое, но головы-то у всех нормальные, да, все учились по нормальным источникам. Ну, кого-то там, в общем, короче говоря, что-то ворует, что-то туда, что-то сюда. В общем, а вот... Противники Российской Федерации используют мощь, интеллектуальную мощь всего мира. Или, скажем так, того мира, который понял угрозу Российской Федерации, что она вытворяет. Поэтому я вам могу сказать, что все-таки победители в этой войне будут. И я вполне понимаю, кто они. Теперь давайте слушать. Народ собрался. Э, вот интересно. Варденис Паварденис. Он так себя называет. Раньше я использовал Google Translate, чтобы перевести на русский. Теперь чат GPT переводит без ошибок. А можете мне сбросить вот адрес, где я могу это сделать и как-то... Понятно, да? Потому что я практически не использую это. а, а зря, а зря. Теперь кое-что послушаем. Мы же с вами ведем летопись. А, а, ну, вот вы знаете, корабль потопили. В общем, украинцы. И поэтому вдруг совершенно неожиданно дана команда э, всяким товарищам на ток-шоу э, Соловьева. Робе! <laughs> работает. Для того, чтобы говорить, что мы все равно победим. Значит, продвинуться они не могут. Но вот сейчас Авдеевка, так, по всей видимости, украинцы отходят. Но что туда кинули всю Россию. Ну, народ жалко украинский. Поэтому пусть берут эту Авдеевку. Там, правда, дорога очень важная. Ну, найдут, как эту дорогу защитить и что с ней сделать. На своей земле всегда победу найдут как делать победу, но пропагандисты решили сделать вот что. Вот что-то они там заборзили украинцы, поэтому надо по нему дарить. Ну и вот мы с вами снова у Соловьева. И, и, просто там и давайте послушаем уже? новые угрозы. Я вам не буду показывать морды этих людей. Кстати все такие вот, знаете, уже подтоптанные немножко. Ну вот, значит, человек рассказывает вот это то, что я называю влажные мечты. Ну вот они смотрят на Украину, и они думают... Ну, что? не Наполеон. С ними будет примерно, может быть, как-то так же, но они же круче. Вообще Запад, Запад. Нужно было бы сейчас во всех газетах европейских написать одну статью. И чтобы все прочитали, и все телеканалы европейские прочитали, что несколько типов российских ракет, способных нести ядерное оружие, не могут быть поражены существующими у НАТО средствами ПО. Но ну, это кинжал, ну, вот Михаил скажешь, здесь, с радостью Мих Михаил Михайлович, да? да вот. без, всякого кинжала, без всякого кинжала. Не, я не стратегов даже имею в виду, да, есть. да. Э, Михаил Михайлович, я даже не стратегически имею в виду силу. Я имею в виду такое, средненькое. Тактическое ядро. Да, да, да. Вот. вот, в принципе, надо было написать вот эту статью о том, что совершенно очевидно, в результате двухгодового конфликта ни одно средство ПВО не может противостоять таким-то, таким-то, таким-то тактическим, оперативно-тактическим э, гиперзвуковым и, и просто каким-то там ракетам. все же это уже известно, они уже знают это, только они не сообщают это своему населению. вот. а то, что вот летят сейчас по Украине эти ракеты, которые ПВО не может остановить с обычным зарядом, из этого не следует, что они будут лететь с обычным зарядом э, на территории западнее бывшей границы Советского Союза. Не следует это. Следует ровно обратное. Что вот эти неостановимые ракеты, если они рыпнутся, они, так сказать, пойдут на войну, как солдат Швейк, вот, то они полетят не с теми зарядами, которые сейчас летят в город Киев. Тут две вещи я отмечу. Во-первых... Э все улыбаются, когда слушают его. А во-вторых, понимаете, они все больны. Чем? <laughs> Действительно, какие-то там кинжалы, какие-то вот что-то вот это сложно перехватить. Но, естественно, можно перехватить. Вы знаете, какие американские системы их перехватывают. Но тут есть один вопрос. Вот помните, я вам всегда говорил, что у них есть такая болячка, которая называется я позвал своего брата, чтобы он тебе набил морду старшего, а ты своего брата не позовешь. А я задаю вопрос, а почему не позовешь? Почему это я не позову своего старшего брата? Другими словами, ну хорошо, они отправят ракету, которую невозможно сбить. А они собьют ту ракету, которая отправит на них Америка, Европа. Вот и все. Весь, весь ответ. Понимаете? Поэтому, ну и кроме того, как косноязычно все это произносится и так далее. Вот, вот это вот сейчас уровень российской пропаганды. Петр Толстой, вы знаете, да, вице-спикер Госдумы, Петр Толстой, совершенно отвратительный человек, о поездке Киркорова в ДНР. Слушайте, ты можешь 12 раз войти в не в ту дверь, но осады... А, ты можешь 12 раз войти в ту дверь, но осадочек останется. Депутат Госдумы считает, что одного выступления в ДНР для заглаживания вины может быть недостаточно. Бля! По его словам, неизвестно, когда простые люди смогут наконец забыть, что артист вошел не в ту дверь. Ну, то есть, вазелином он зад себе уже смазал, да, теперь он... Я не знаю, что они... С... Ну, Ладно, не будем. Не будем. Беда, беда, понимаете? Беда. То есть стоит какое-то чмо. И это чмо, поскольку оно, вице-спикер Государственной Думы, оно говорит, что нет этого мало, этого осадочек останется. И понимаете, это ведь я говорю не про Толстого. Толстой ⁇ это грязь. Я говорю о Киркорове, который взвешивал, взвешивал, потом плюнул на свое человеческое достоинство, которое у него, как у артиста, безусловно, есть, понимаете? Плюнул на всю там, на все плюнул. И сам растоптал себя только для того, чтобы его простили. Кто простил? Нынешний Сталин. Боже мой! Теперь послушаем Байдена. Я буду переводить, тихий будет звук. Значит, Байден там где-то выступает. Интересно. Он рассказывает, естественно, про Украину, про Россию, как он с кем он ладил, с кем он не ладил и так далее. Но я хорошо с ним Путин и младил, но он не хочет видеть меня. Он хочет видеть Байдена, потому что ему отдадут все, что он хочет, включая Украину. Это подарок. Он получит подарок. Благодаря Байдену он получит Украину, о которой мечтает. Все это просто безумие. Единственный президент за последние пять лет, который ничего не дал России, это президент, известный как Дональд Трамп. Это он на себе. Аплодисменты. Вы сами знаете, мне не нужно перечислять. Но Байден собирается отдать ему Украину. Как мне кажется, это ужасно. И вот Путин вышел и сказал, я бы предпочел, чтобы президентом был Байден. А потом я сказал, подождите-ка, на самом деле это хорошая новость. Упомяну об этом сегодня на выступлении перед жителями Южной Каролины. Это война, думаю, все с этим согласны, многие демократы согласны. Они говорят, ну мы согласны, чтобы этого никогда не случилось, но это война, которая бы никогда не случилась, если бы я был президентом. Я не хочу сказать, что, вы знаете, он поменял риторику. Он поменял риторику. Я вам об этом прочитаю потом. Пишет Марина моей четырехлетней внучке, живущей в Российской Федерации в детсаду, велено обязательно выучить наизусть это стихотворение. Четыре четырехлетней внучки. Россия – огромная страна, в ней армия отважная и сильна. Мальчишки смелые растут и вовремя на помощь ей придут. Мы только немного подрастем, мы в армию российскую пойдем, мы будем доблестно служить и Родиной мы будем дорожить. Мальчишка – будущий солдат, и хода нет ему назад. Мальчишка – будущий герой, он за друзей всегда горой. Мы только немного подрастем, мы в армию российскую пойдем, мы будем доблестно служить и Родиной мы будем дорожить. Стих называется «Будущий солдат». Чтобы вы не думали, что я придумал, вот Пожалуйста, вам это делать. <laughs> а, вот знаете, что такое диктатор? Диктатор это... То есть есть много характеристик диктаторов, что они делают, там притесняют и так далее, и так далее. Но э, одна из отличительных черт, что они считают себя не законодателями какой-то политики, за которую за них голосовали или чего-то там такого, они считают, что они законодатели жизни, жизни как таковой. То есть они... Ну вот они, они говорят как надо. Александр Лукашенко выступает. Это BBC, звук. И рассказывает как надо. Значит, он за трибуной, сидит то ли его правительство, то ли это пресс какая-то, Пресс-конференция. Вот давайте послушаем президента Беларуси. <coughs> а, ну да, тут еще включи. Сейчас. Вся молодежь наша хочет. Ух как! Николай Лукашенко. Шапка такая. Я президент, так не одеваешь, так некоторые обычные молодые люди. Рубашка импортная. Кто-то прислал. Рубашка импортная, но умеют, умеют шить. Носки импортные, наверное, тоже. Костюм свой, галстук нет, рубашка нет, трусы свои. Называют эти импортные бренды и прочее. Я таких не слышал. Это во что он одет? А если и слышал, так только за имя там бешеные деньги платят. Ну, Но наши нормально уже шьют. Нет, надо так. А зачем тебе это трепет? Хотим допрыгаться до Украины. Поверьте, это легко. Вот еще один неосторожный шаг, и мы там. А, да. Да. Вот что сказать по этому поводу. Да, Анна Марс пишет, и белорусский трикотаж. Да, в общем, короче говоря, ну, понимаете, да, вот сидит человек, который, э, да, Павло Рудницкий пишет, о, снова стиляги пришли, Да, Павло. Э, значит, когда Карлсон поговорил с Путиным, они поняли, что сделали какую-то фигню. Оба. Понимаете? Карлсон, я вам цитировал и давал послушать, как он оправдывался. А теперь Путин понял тоже, что что-то произошло не то, что он обосрался. Но он же Путин, поэтому он посадил перед собой корреспондента. И рассказывает корреспонденту, как он хотел, чтобы на самом деле было интервью. Блевать не надо. Это президент России. Учу. Сейчас мы сделаем вот, но... это. Ну вот давайте послушаем. Значит, вот что он говорит, слушайте. Он избрал другую тактику. Он э, несколько раз мне пытался прерывать, но все-таки, на удивление для... Э, для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, чего, к чему я был бы готов. Поэтому, откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил. Вот. Но, но он шел жестко по своему, судя, судя говоря, по своему плану, и он свой план исполнил но насколько это было в конечном итоге содержательно не мне судить это просто зрители слушатели может быть читатели полученного материала они должны сделать свой... он избрал то есть понимаете он не смог Путин сказать что он хотел потому что Карлсон его все время перебивал Лолита, ну и так уже пробовала, и так, и так. Все-таки ее внесли в этот список. Ней тоже, наверное, надо что-то подарить, ДНР, там приехать, спеть для людей с инвалидностью. Но... Факт остается фактом. Ее концерты начали отменять. Вот как Уже она стороны. это комментирует. Я одна из первых, кто пел концерты в Донецке и Луганске. Я пела, а взрослые мужики плакали. А после концерта они мне рассказывали про боевые действия и про тот ужас, который они пережили и их семьи. Я про это все писала. Разве вам это было интересно? Откуда такое желание видеть людей раздавленными, пожелание спиться? Ты вообще, как бы, слушайте, когда уже с нашей стороны, со стороны моей Родины, начали писать: что ты сдохла, тварь, что сдохла вся твоя семья, я так хотела сказать каждый раз: побойтесь Бога. Именно поэтому я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий. Ну, давайте так. Я буду храм восстанавливать. А вы сами знаете, чему радоваться. Класс, да. Леопольд Дора говорит, Цикало повезло, что развелся. Я не думаю, что он разводился по этому поводу, но вот сейчас я могу сказать, что ему повезло. Как же мне вам показать это видео? Дело в том, что его вот именно надо смотреть. Давайте я вам сейчас его показывать не буду, я потом его скачаю, заведу на экран, и вы посмотрите. Потому что там надо видеть лица. Там надо видеть лица тех, это из египетского канала, египетский телеканал. Это не про нас, это про, так сказать, про другое. Uh, хорошо, теперь давайте сейчас посмотрю, есть ли что-то, что, что uh, я мог бы вам... Uh... Переходим к новостям. <соспит> Страны-члены НАТО обязались поставить Украине миллион дронов. Это решение было принято по итогам двухдневных переговоров, сначала в формате Рамштайн, затем в формате Совета Украина-НАТО, сообщает корреспондент Европейской правды в, Бю в Брюсселе. За последние несколько дней мы увидели новые обязательства союзников по помощи Украине, отметил генеральный секретарь НАТО Столтенберг. Ранее мы сообщали о создании коалиции дронов, которые возглавят Великобритания и Латвия. Поставка ВСУ миллионов дронов станет первой договоренностью этой коалиции. Миллион дронов неплохо. Столтенберг отметил, что Альянс является практически эксклюзивным поставщиком военной помощи Украине. Вот такое сообщение. Конечно, оно не может не радовать. Путин снова обосрался, ну, вернее, как, он уверен, вы знаете, у него есть такая фишка очень странная, когда вы знаете, да, что из самолета он прыгал, и, ну, вы напомните, там, кем он был, он и разведчиком был, и подводником, я имею в виду не тем, кого он нам показывал за свою жизнь с оголенным торсом, а вы знаете, он все время про себя говорит, что он кем-то поваром был, там этим был и так далее. Значит, что произошло? Читаю вам. Пожалуйста, успокойтесь, потому что, да, он таксистом был, ну, многим он там был. МК пишет, слушайте внимательно. В ходе осмотра центра телемедицины президент указал на ошибку искусственного интеллекта в исследовании МРТ мозга. Еще раз. В ходе осмотра телемедицины. Президент указал на ошибку искусственного интеллекта в исследовании МРТ мозга пациента. Есть фотография. Он стоит, показывает. Да. Теперь про Трампа снова. Это действительно событие, но э, все рассчитано на то, что эти уголовные дела будут идти долго. Первый в истории США уголовный процесс над бывшим президентом начнется 25 марта. Уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке отклонил просьбу Дональда Трампа прекратить рассмотрение дела по обвинению в финансовых махинациях при выплатах порноактрисе Сторми Дэнилс. Адвокаты Трампа во время сегодняшнего заседания настаивали на прекращении дела или отсрочке. По мнению защитников, в суде Нью-Йорка не удастся провести справедливый процесс, а присяжные не будут беспристрастными. Кроме того, представители Трампа заявили, что судебный процесс на фоне президентской предвыборной гонки в США повлияет на праймерис и станет вмешательством в избирательный процесс. Но вот Игорь Ретрович, который сегодня комментировал у меня эту новость, он объяснил, что самое главное, чего они хотят, они хотят, чтобы все эти процессы затянулись. Понимаете, да? Ну, получится или нет. Извините, пожалуйста, мне звонит Саша, и я должен сыну ответить. Саш, послушай меня. Я понимаю, что ты вздернут эмоционально, но у меня сейчас э, стрим. Он закончится через 20 минут, и я тебе перезвоню. Нет, я просто говорю, что я тебе перезвоню. Ну, перезвоню, да? Я тебе обязательно перезвоню. Дети. Дети. То есть он стремится за... затянуть процессы для того, чтобы прошли праймерис, прошли, ну, чтобы не было приговора до выборов. <coughs> сложную ситуацию он попал. Латвия с этого момента все машины с российскими номерами будут передаваться Украине, сообщил Минюст Латвии. Речь идет об автомобилях, которые участвуют в дорожном движении. Если выяснится, что такая машина зарегистрирована в Российской Федерации, ее конфискуют и передадут Украине в качестве поддержки борьбы с агрессором. Законопроект о конфискации машин был принят Сеймом. Водителям автомобилей с российскими номерами тогда дали три месяца на перерегистрацию авто или вывоз его за пределы Латвии. Ну, вот такая вот история. Ну да. Теперь вот вы помните, вот это то, что он говорил, что всех убили, вот этот голос. Американский военный репортер CNN Фредерик Плетгейн рассказал о своем последнем визите на фронт. Он шел с русской стороны. Больше всего меня потрясло то, сколько трупов лежит вокруг. Везде полно мертвых россиян, частей тел, деталей машин. Ничего не убирается. Плейтгена э, шокировала количество жертв на фронте с российской стороны. Мы много <coughs> мы много говорим о том, что Украина страдает, и это, конечно, правда. Но сколько своих людей Путин отправляет на смерть, я и подумать не мог, что все будет так плохо, как сейчас. Это одна из причин, почему у украинцев все еще есть боевой дух, потому что они понимают, что на самом деле останавливают многих из них. По мнению американского репортера, украинские военные могут выстоять даже без пакета помощи от США. Выстоят, выстоят. Значит, Давайте я вам сначала покажу картинку. Ну, вы знаете, что сейчас главное, кто обрабатывается, это дети. Вот посмотрите на эту картинку. Илья Муромец против Супермена. Видите как? А внизу написано «Битвы героев в наших сказках». И вот что пишет человек, который выложил эту картинку. Это очень смешно. А просто поговорить не пробовал для начала, по-человечески. Тем более, что сомнительно, что в родной отчизне нашлось достаточно высокотехнологичного криптонита хотя бы на стрелу. А значит, ничего мужику в трико не будет, только разозлиться. Но кто об этом думает? Очень символичная картинка получается. Администрация Соединенных Штатов проинформировала Конгресс и союзников в Европе об отсутствии непосредственной угрозы размещения России ядерного оружия в космосе. По словам Рейтерс, новые разведданные о попытках России разработать противоспутниковое ядерное оружие космического базирования не представляют серьезной угрозы для США, Проблема существует, но она не связана с активными возможностями и не должна быть поводом для паники. Отметил источник. <coughs> в общем, пока их в космосе нет. Вы знаете, что людей избивают по разным поводам и в любой стране. Вот перед вами смазливый молодой человек, красавчик. Сейчас где-то как-то, чтобы вы его увидели. Вот, видите, такой. Прекрасные волосы, одет такой томный взгляд. Теперь я вам поясню, о чем идет разговор. В Москве избили актера и модель Андрея Покалова. Нападавший решил, что тот похож на пидора. Как пишет База, инцидент произошел 12 февраля, когда актер вышел покурить у подъезда. Молодой человек при этом накинул свою любимую шубу, которая очень не понравилась проходившему мимо мужчине. Он обозвал Андрея пидором и позвал поговорить в подъезде. Там мужчина ударил собеседника головой, после чего актер оказался в больнице с сотрясением, ушибом носа и расколотыми передними зубами. Полиция начала проверку инцидента. Оказалось, что после случившегося нападавший пристал к консьержке и разбил ее телефон. Был бы повод. То есть можно сказать, ну видите, он же не только его тронул, да, но поводы какие? Вот ты похож на пидора. Ну вот. Теперь по поводу моего заголовка. Как там? Трамп фантазер или что там написано у меня. В это трудно поверить, но понимаете, вот как бы э -э он действительно, Трамп похож на Путина. Вот на вот этих чуваков, которые в студии говорят, вот мы пустим ракету, она долетит и запада не будет. А что с вами, Они об этом не думает? Вот смотрите. <клёх> Дональд Трамп намерен принудить Украину к переговорам с Российской Федерацией. Такие планы обсуждает команда кандидатов президента США, сообщил Блумберг. По данным источников агентства, речь идет о проведении мирного саммита с участием президента в Российской Федерации Украины сразу после победы на выборах. Хорошо, мирный саммит, нет вопросов, хотя вы знаете издан указ, что они не общаются и в одной стране, и в другой, один не признает другого, все понятно. Но возникает вопрос, где у тебя рычаг для того, чтобы, так сказать, помните, он говорил, я закончу войну за 24 часа. Внимание. Чтобы добиться своей цели, Трамп готов пригрозить Киеву сократить военную поддержку, а Москве, наоборот, заявить об увеличении помощи Украине, рассказал один из источников. Ну, каждый, ну, как он хочет, я, как я хочу. Значит, вот у Трампа такая идея. Понимаете, Байден старый, из него сыпется песок. Но он абсолютно адекватен. В его решениях, в его предложениях нет вот этой доли сумасшествия, которая есть здесь. Потому что, ну как? Он готов пригрозить Киеву сократить военную поддержку. Но вот сейчас ее нет уже грозить? Кроме того, ну хорошо, пригрозит он. Это вот что? Вот он пригрозил, что не будет там какой-то ракеты. И сразу вот Украина скажет, все, давайте переговоры делать. Она скажет, пожалуйста, мы готовы на переговоры, только пусть они уйдут с занимаемых территорий, и из Крыма тоже. А Москве, наоборот, заявить об увеличении помощи Украине. Ну как вы думаете, на сколько букв пошлет Путин Трампа? Вот, понимаете, не, не Трамп меня пугает, это его дело, его американцы, пусть они там делают, что они хотят. Вот абсолютно все равно. Но ты же не в 19 веке, и Украина, и Россия не твои колонии. Путин решил положить всю Россию, завоевать там вот эти вот... Ну хорошо. Путин ему скажет, ну хорошо, давай тогда. Вот тебе Штакер сказал, что давай делать новую ялту. Причем тут Украина? Давай с тобой делать новую ялту. Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, Украина, они мои. Остальное там забирайте себе. И, естественно, внеблоковый статус Украины. И что, с этим Байден пойдет к Зеленскому или к любому президенту, который будет в Украине? Это после всех жертв, которые принесла Украина. Вот я этого не понимаю. То есть, понимаете, почему он похож на тех людей, вот, которые мы вначале с вами смотрели, которые стоят в студии у Соловьева? Потому что он ведет себя точно так же. Те говорят, что если вы будете выпендриваться, я нажму на кнопку и полетит туда, а он говорит, что если вы будете выпендриваться, я вам сокращу. При этом он говорит про одно и то же. Если вы не... Россия, он говорит, если вы не сядете за стол переговоров, то я дам помощь Украине. Это такое вот... Пишет Олесь Филоненко очень справедливую вещь. Но вы знаете, Трамп продолжает. Мы просто так знаете, стоим с вами в сторонке, без эмоций, просто наблюдаем, как ничего не понимающий в украинской ситуации. Илон Маск делает очередные заявления. Илон Маск заявил, что если Путин проиграет в Украине, то его убьют, и на его место может прийти сумасшедший маньяк из спецслужб, который станет диктатором и будет нападать на соседние страны, угрожая при этом ядерным оружием. А дальше он спрашивает, а часто что происходит? Другая точка зрения на войну тревожная. Война в Украине скоро достигнет кульминации, считает полковник австрийской армии Маркус Райснер. В интервью Deutsche Welle он отметил, что поставки артснарядов от стран Запада сокращаются. И в худшем случае артиллерия Российской Федерации просто перемелит вооруженные силы Украины. При этом эксперт призвал не считать решением всех проблем ракеты Таурус. У Украины мало платформ для их запуска точка зрения. Очень ловко вообще столько людей, обладающих потрясающим остроумием, просто невероятным. Ну, вы знаете, вот затопили этот корабль «Цезарь Куников», а до этого сбили вот этот самолет, в котором были таинственные 87 украинских пленных, которые, ну вы знаете, их никому не показали, ну, в общем, фейк. Мне понравилось. На затопленном корабле Цезарь Куников перевозили 87 украинских военнопленных для обмена с так называемой Украиной. Киевский режим уничтожил своих же солдат, вдумайтесь, уже второй такой случай. Классно. Вот сегодня, знаете, сегодня день, наполненный каким-то безумием. Ну вот Володин, я много раз читал его перлы вам, сейчас тоже вам будет приятно. Спикер Госдумы Володин, цитата. «Нам надо ценить то, что Путин, Путин создал обстановку гласности, соревновательности, конкуренции, и это сильная сторона» нашей политической системы. Если посмотреть, что пишут в Америке, они хотели бы, чтобы у них президентом был Владимир Путин, но у них нет, он у нас, а у них Байден. Это правда, это не фейк, это не искусственный интеллект. Вот Володин это говорит, зная... Да, вот тут Свят Ханенко пишет смешно: а в танках их подбитых и сожженных, наши пленные случайно не находились. Конечно, находились. Мы как их танк подбили, вот знаете, с дрона видно, как разбегаются от танков. Это украинские военнопленные разбегаются. Их везут на обмен, они. Ну, возвращаясь, значит, возвращаясь к Володину, и вот нам. Как принято говорить людям с высшим образованием вот этих идиотов надо слушать, цитировать и так далее. Евросоюз заявляет. Вы знаете, что премьер-министру Каи Каллас объявили в розыске все правительство, ну, Россия объявила. Мы, не каполь... не поколеб... Мы непоколебимо солидарны с Эстонией, премьер-министром Каллосом и всеми остальными, кого власти необоснованно России объявили в розыск. Подлые попытки запугивания со стороны России не увенчаются успехом. Они не повлияют ни на нашу защиту демократических ценностей, ни на нашу поддержку Украины. Это очень хорошо. Он, понимаете, как бы э, он... Россия, она вот так цап-цап, понимаете, она как бы исследует, какая будет реакция. Но это как прививка. Значит, они царапают, а те, вот, вы знаете, будут самые крупные учения европейские. Мединский, вы знаете, да, замечательный Мединский. Мединский предложил скопипастить Википедию, которую штрафует за статьи о войне в Украине. Помощник российского президента Мединский предложил сделать копипейст всей Википедии для российского аналога портала «Знание Вики», чтобы не плодить сущности. Он даже знает э, это выражение, да? Мне кажется, цитата, сейчас время не созидать контент новый с нуля, это сложно догонять, агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту Википедию, да и все, сказал Мединский, выступая на заседаниях Российского общества знаний. Вот это предложение связано с тем, что на портале знаний Вики 22 тысячи статей, а в Википедии 70 миллионов. То есть теперь э, так это делается. И вот знаете, э, вот, это вот, вот это вот можно читать бесконечно, вот этот вот бред бесконечно. Ну вот давайте напоследок из вот политического Захарова. Вот это Захарова. Тут хорошо и фраза Захарова очень хороша, и эм, комментарий под ней. Захарова, мой дедушка, который воевал, рассказывал, что солдаты из Украины варили себе в окопах борщ, но делились только с грузинами и прибалтами а голодных русских заставляли скакать вокруг. Это она сказала. Ну хорошо. А вот что пишет Максим Гайле под ее постом. А прибалты прямо в окопах делали шпроты. И тоже делились только с грузинами и украинцами. Потому что грузины в окопах делали вино. А голодные русские ничего не делали, только скакали. Черт, Замечательно. Ну и последний. Вот, вот еще раз, представляете, это все за один день. Все за один день. Член ЦИК, значит, ЦИК, ЦИК центральной... А, член Центральной избирательной комиссии. Слушайте, Антон Лопатин, обращаясь к другому члену Центральной избирательной комиссии на заседании. Слушайте внимательно. Уважаемый Евгений Иванович, я попрошу вас впредь не сравнивать нашу избирательную систему с мусорной американской системой, где выбирают собак умерших, где бюллетени валяются возле помоек после выборов. Потому что если можно, то не надо сравнивать нас с какой-то там мусорной американской системой. Бля, и это он говорит на полном серьезе. Где выбирают собак умерших, где бюллетени валяются возле помоек. Все, хватит. Я не могу, знаете, на меня это как-то негативно действует. Несколько научных фактов, но крайне важных. Сообщает СНОП. Школьная форма снижает физическую активность у детей. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета по итогам собственного исследования. Сама статья у меня, к сожалению, не открывается, но, но э, смысл я вам прочитал. Студент из Канады летает в университет на самолете ради экономии на аренде жилья. Перелеты обходятся ему на 50% дешевле. Раньше студент арендовал жилье в Ванкувере, где находится его вуз, а теперь он живет в родном городе и два раза в неделю летает на учебу. Есть интервью с ним и так далее, это очень интересно. Ну там лоукостер какой-то стоит 3 копейки, понимаете? Но дома он живет бесплатно у себя, а там, Катя мне вот называла цены, Вот понимаете, их приот, приот. Вот помните, нам привет передали из Марселя. Говорит мэр Невиномыска. Мэр Невиномыска. В видео... Бля... В видео, опубликованном в его телеграм-канале, мэр выразил опасения, что Невиномыск может стать похожим на обоссанный Марсель или американские города. Миненков подчеркнул, что необходимо сохранять классические социальные роли и не играть в феминисток, так как, по его мнению, основная формула состоит в том, что мужик обязан пахать, а женщина обязана рожать. Он выразил опасение, что иначе Невиномыск, который он считает лучшим городом в лучшей стране мира, может быть вот похожим на обоссанные Марсели или американские города, где, по его словам, присутствуют серьезные проблемы, такие как наркомания, беспорядки в центре города. Я не знаю, вот я это все вам читаю, и вы должны, так сказать, давно сойти с ума. Урок украинского языка. Маленький. <coughs> вот что здесь написано. Сейчас вам покажу. Я никогда не... О! Целуй повильно, медленно. Пробачай швидко, Извиняй быстро, кастрюлю вид гречки мы одразу. Я думаю, вы поняли, что здесь написано. Гениально! Вот еще одна фотография очень важная. Вот видите забор, на котором висят пакеты в Германии. Пакеты с едой. Это для бедных, нуждающихся и голодных это не публичная акция, в этом нет никакого особого драматизма. Тут нет видео и нет камер. Просто чистая любовь и хорошее пожелание. Да, мой кастрюлю из-под гречки сразу. Хороший совет. «Годзилла». Все вы знаете, что это такое. <laughs> так вот, взяли фильмы «Годзилла», их много, и посчитали, сколько же там появляется это «Годзилла». И выяснилось, что в среднем, в среднем «Годзилла» появляется в фильмах, сколько бы этот фильм ни, ш... ни... ни шел, 11 минут. <laughs> Она то выглянет, то что-то такое. Вот еще урок украинского языка. Сейчас должно сработать, черт побери. Ну, давай. Как-нибудь. Нет, ну потому что белое. А. Ну, меня-то резкость возьми. Вы знаете, после черной полосы бывает белая полоса. Если сегодня вам не повезло, завтра вам повезет. Правильно? Украинский вариант. Полоса – это смуга. Смуга. После черной смуги завжди следует била. Якщо в украинском языке собака мужского рода. Якщо сегодня вас вкусив злый собака, Значит, завтра вкусить добрый. <смех> Гениально. <смех> и нарисована и фотография доброй собаки, которая тебя обязательно укусит. Швейцария. Последняя новость по последняя научная новость. Швейцария, Свитцерленд, вот если взять ее настоящее название латиницей, это самое длинное название страны, в котором не повторяется ни, одно, ни одна буква. Все буквы разные. Свитсерленд. Вот длинное название, и нет повтора. Я специально хочу вам показать фотографию этого человека. Вы никогда не догадаетесь, кто это такой. Ну, такой такой себе человек, мрачноватый. Его зовут Анатолий Дактиль. Д. Апостроф Актиль. Родился в 1890 году, умер в 1942 году. Репрессирован не был. Это поэт, который написал, наверное, Самую известную советскую песню. Вы помните фильм ⁇ Это Волга-Волга ⁇ или ⁇ Весна ⁇ Не помню. В буднях великих строек в веселом грохоте, в огнях и звонах. Здравствуй, страна героев, Страна мечтателей, страна ученых. Ты по степи, ты по лесу, Ты к тропикам, ты к полису. Легла родимая, необозримая, Несокрушимая моя. Нам ли стоять на месте, в своих дерзаниях всегда мы правы. Труд наш есть дело чести, есть подвиг доблести и подвиг славы. К станку ли ты склоняешься, в скалу ли ты врубаешься, мечта крылатая, мечта прекрасная, всегда зовет тебя вперед. Создан наш мир на славу. За годы сделаны дела столетий, счастье берем по праву, И жарко любим и поем, как дети. И звезды наши алые, Сверкают небывалые, Над всеми странами, над океанами, Осуществленную мечтой. И припев, там их три. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Нам не страшны ни льды, ни облака. Пламя души своей, знамя страны своей мы пронесем через миры и века. Называется это марш энтузиастов. Музыку написал Исаак Дунаевский. Ну, в общем, феноменальная песня. Вы понимаете, вот... Кино смотришь, тогда я смотрю, э, вот ты встаешь и, э, и идешь куда-то, понимаете? Есть только один нюанс: а Орлова пела в, в фильме Цирк, да. Репрессии 19-х годов, репрессии 21-22 -го года, репрессии э, после репрессии 28-29 года, репрессии 32-33 года, репрессии 37-38, начало 39 года, репрессии послевоенные, дело врачей и так далее прямо перед смертью. Миллионы людей замучены. А на экране мы видим это. Это же идеальный текст, идеальный текст для товарища Сталина. Вот как интересно. Михалыч пишет. Смотрите, как интересно. Вот обязательно даже тут проявится путинизм, злоба. Смотрите. Музыку и слова написали кто по национальности? Так и хочется спросить, а зачем вы были первыми учениками? У меня вопрос, а что обозначает это, Михалыч, ваш вопрос? Это возвращение к тому, что евреи погубили Россиюшку, матушку, да? Я вам хочу сказать, что это антисемитский высер, то, что вы сейчас сказали. И они ли были первыми учениками? Ай-яй-яй. Нет, мой дорогой, вам нельзя здесь находиться. От вас дурно пахнет. Говном пахнет. Поэтому я с вами прощаюсь. Извините, пожалуйста. Поэтому, когда мы с вами ругаем Сергея Михалкова, Сергея Михалкова было у кого учиться, потому что это тут каждое слово, каждая лыка в строку. Все. Значит, посмотрите, пожалуйста. Так, что это у меня такое? А, нет. Посмотрите, пожалуйста, подписаны ли вы на мой канал. Хотелось бы эти 100 тысяч, но еще долго идти. После этого я просил бы вас, чтобы вы подписались. Кто не подписан, поставьте лайки, выдавите из себя, да, там такое ленивое движение рукой сделайте. Это два. И третье, вы можете поддержать меня, поддержать канал. Значит, для этого есть все возможности. Есть в гривнах, есть в рублях, есть в чашках кофе. Вот пару человек бросило в меня. Ну и не забывайте про Patreon. У нас в субботу, я напоминаю, в обязательном порядке будет для патронов специальный эфир. Спасибо вам большое. Я вас благодарю, что вы были со мной. Сегодня бомбардировка была ночью, поэтому там с 6. Где-то даже с пол шестого я не спал до восьми. Ну вот, надеюсь, может, сегодня посплю. Может, сегодня они оставят нас в покое, дадут поспать. Спасибо вам, всего самого наилучшего. До свидания.